Эй, всем привет, друзья мои хорошие! Добро пожаловать в игру Rusty Lake Underground'ный цветок. У нас уже третья глава, и мы подъезжаем на следующую станцию. Так, школьная улица. Так, что у нас здесь? Значит, билеты. Ну, как всегда, начинаем мы уже с загадок здесь. Решать. Так, давай-ка с ней поговорим. Кто-то украл мои фотографии. Да. Придется сейчас расследовать нам это дело. Так, арахис. Так, отлично. Кто-то оставил некий арахис. У нас, если что, по инвентарю остались еще некоторые интересные предметы. Так. О, боже мой. О, давай самолетик сделаем. Это же... школьная улица, дорогие друзья, пора лепить самолетики и запускать. Так, слушай, там какое-то гнездо. Так, ну точно, это ворона там что-то прячет, дорогие друзья. Так, ты кто? Помоги мне с моей книгой, и я тебе кое-что дам. Окей, вау, школьные сплетни, Сэм любит Джонни, Тесс ненавидит сосиски. Фрэнк что-то украл у Алекс, Бобби боится самолетов, у Джимми аллергия на арахис, Лора всегда одна. Так, Джимми, кто из них Джимми? А, это ты, блин, у нас как раз завалялся один арахис. Так, Бобби боится самолетов, кто из них Бобби? А, Бобби это вот этот рыжий. Окей, сейчас мы его найдем. Так, ну сначала на тебе арахис. Блин, подожди, стой. Ну как ты этот арахис должен сработать на нем? Так, погоди-ка, ладно, давай пока заберем. Так, ненавижу школу. Чего ты от меня хочешь? Это вообще ни при чем. Так, ну понятное дело, на школа эта тема такая. Ох, отлично, вот и остальные дорогие друзья. Чувачки и чувихи, так, что? Когда этот поезд прибывает? Так, отстань от меня. Да, ты смешно выглядишь. Да, чисто, ну, блин, вот это, знаешь, школа, всегда есть такие люди, вот, как и я, которые не высыпаются и всегда хотят спать, дорогие друзья. Вот видите, какие синяки под глазами, это ж просто жесть. Так, подожди-ка, так, ага. Я вот почему так знал, что, опа, это что такое? Сосиска. Так, давай-ка посмотрим, кто там что не любит, кто что любит. Так, Тесс ненавидит сосиски. Кто из них Тесс? Ё-моё. Тесс. А, окей. Сейчас найдем. Тесс. Так, Тесс, вот она стоит. Окей, сосиску ей. Так, кто там ненавидит самолеты? Давай смотреть. Так. Бобби боится самолёта. Где Бобби? А, ага. Окей. Так, тебе арахис. Так, Бобби. Вот ты, Бобби, он ждет поезд. Так. На тебе самолет. Блин, самолет так аккуратно и плавно сел на его голову. Так, кто что еще дальше боится? Давай смотреть, книга сплетен. Блин, наверное, в каждой школе и в каждом классе была, наверное, такая книга. Дорогие друзья, пишите комментарии, у кого была книга в классе по сплетням. Так, Сэм любит Джонни. Так. Окей. Тесс ненавидит. Окей, с сосисками разобрались. Фрэнк что-то украла у Алекс. Так, Фрэнки украла у... Так, Алекс это... Ага! Пленка, дорогие друзья. Как раз наша главная героиня ищет пленку. Так, что-то украла. Так, давай-ка смотреть. Угу. Так, ну-ка. Стой, погоди. Это мне пригодится. Это мне пригодится. Слушай, погоди, а что в том кармане? Ну-ка. Йо. Это ничего-то не хочет. Ну это там мне пригодится. Забирай. Ну. Ты чё? Давай. Так, походу надо отвлекающий маневр. Окей. Чего ты от меня хочешь? Я не знаю. Подожди, у тебя что-то есть. Ага! Так, ну блин, как мне это забрать? Так, погоди, а что там у тебя дальше? Так, в этом кармане ничего. Так, кто из них Тесс, кто из них Джонни? Подожди.
А, то есть кто там любит? А, Сэм любит Джонни. Так, Сэм и Джонни. Так. Блин, Сэм далеко, конечно, от Джонни. Так, вот ты. Да, блин, я тебе должен записку передать, как мне выманить записку у нее. Ладно, погоди, кто из них кто? Так, 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 сейчас мы найдем решение, так. Опа! Отлично, дорогие друзья. Я же ориентировался по началу фоток, типа, как они были разложены. Оказывается, тут все перепутано. Я, короче, вообще капитально запутался. Так, значит, Тесс оказалась вот это. Получается. Которая в сосиске. Так, погоди. Нужно разобраться, кто из них по имени, боже мой. Эта загадка очень, дорогие друзья, сложная, но одновременно очень увлекательная. Так, получается, сейчас мы будем применять арахис. Так, ты арахиса не боишься. Так, окей. Так, ты тоже. Тоже. У кого аллергия на арахис? Так, точно у него. Нет. Точно у этого. Да, все. Так, кто самолетов боится? Нет, не боится. Боится самолетов. Так. Окей, теперь мы можем отталкиваться, дорогие друзья, и уже понять, кто из них кто. Так, кто там боится сосисок? Тесс ненавидит сосиски. Тесс это вот это. Окей. Так, сейчас разберемся. У Джимми аллергия на арахис. Джим это вот этот. Где Джим? Он здесь должен быть. Так, Бобби боится самолетов. Так, Бобби боится... Так, это Бобби. Да, на верном пути. Лора тоже на верном пути, всегда одна. Так, Фрэнки что-то украла у Алекс и Тесс. Подожди, Тесс здесь. Окей. Фрэнки что-то украла. Алекс. Так, Фрэнки, погоди-ка. Так, у нее здесь вот эта записка. Ну хрен знает, не поймешь, кто и как. Так. Вот она что-то украла. Что-то украла у... Украла у Алекс. Так, Алекс здесь, Фрэнки точно здесь. Бобби боится самолетов. Так, аллергия одна. Так, Джонни. Так, вот этот чем занимается? Погоди, так, Сэм любит Джонни. Есть! Боже мой, дорогие друзья, мы этот геморрой прошли, черт! Так, теперь получается, что у нас далее? Так. Дай мне арахис, и я тебе кое-что дам. Ну, сейчас мы возьмем арахис у этого чудика. Так. На. Так, подкрепился перед школой и готов. Так, дай мне самолет. Ё-моё, мне сейчас все предметы собирать, что ли? Ну, сейчас я тебе сейчас дам самолетик, так. Тара-па-пам. Так, ну и сосиску тоже заберу на всякий пожарный. Так, на самолет. Дай мне сосиску, давай. Тоже надо подкрепиться перед уроком, ё-моё. Ладно, ты это заработал. Секунду. Так, давай, да... Чё там долго копаешься? Используй это с умом. Ага, так, наживка. Ну это точно... Птички, оу, да. Она улетает, мы подбираем. Оу, раскалываем тостицу. Сумка? What the fuck? Сигара, так, линейка. Ага.
Нет, никаких кодов больше. Леденец. Окей, точилка. Сигара. Хорошо. Так, леденец. Стой. А что, на леденце что-то написано разве? Нет, 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 нет. Опять очередная... Очередной, дорогие друзья, прикол. Хотя, подожди, тут что-то есть еще. А, это просто ремешок. Блин, очередная загадка, дорогие друзья. Так, может, это все совместить надо? Давай-ка совместим. Может, это сюда? На. Блин, ну ёб-моё. Слушай, сложно. Капитально сложно. Так, что у тебя там? Яйцо упало на голову. Так. Стой. Где я найду код? Так, ты знаешь хоть один код? Кто-то украл мои фотографии. Стой. А где я тебе код-то раздобуду? Так, 214. От чего я должен отталкиваться? То есть, по идее, ну хорошо. Может, погоди-ка. Линейка волшебная. Может, я должен измерить как-то? Раз, два. Это будет бред сейчас, дорогие друзья. Но давайте попробуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Семь. Четыре. Восемь. Ну? Ты откроешься? Это был полный бред, дорогие друзья. Ну, можно было, в принципе, измерить. Но, может, реально раз, два, три, четыре, пять, шесть тогда. Хорошо, сейчас еще раз. Раз, два, три. Шесть, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Шесть, три, семь. Гонишь, чё, реально? Это так... Блин, ребят, я в шоке. Я в шоке с этого бреда, но этот бред сработал. Офигеть, вот креативно, когда подумал, вот знаешь, вот что, ну, такой, ну, бред, линейка измерил, такой, хоп-хоп, и получил пароль. Так, давай смотреть фотки. А, говоришь, украл фотографии, так, в принципе, вот, на, держи. Спасибо. Это все, что у меня осталось от мамы. Теперь можешь уходить. Твой поезд 14:45. Окей, спасибо. Сейчас заведем. Окей. Так, 45. Отлично. Так, поезд приезжает. Так, сейчас нам скажут билет. А я билет ни хрена не помню, дорогие друзья. Так, что ты с билетом? Так, у тебя в кармане ничего. Ticket, please. Да иди ты нахрен со своим проездным. Нет, 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 нет. Ну, нет, я не хочу застревать в этом дерьме. Я не хочу застревать на этой станции. Так. Погоди-ка. Тун-тун-тун. Тун-тун. Стоп. Наконец-то, боже мой. Дорогие друзья, короче, отталкивайтесь от загадки. То есть, смотри, тут типа идет вот такая фигня. Как змейка. То есть, куда стрелочки ведут, туда и кликайте. То есть, вот так, вот так. Ну, сейчас нам не даст игра, конечно, еще раз выбить билет запасной. Но нужно следовать именно стрелочкам. Поэтому вот, на, держи билет. Хоп-хобана. Готов. Заходите, пожалуйста. Ну, все, давай. Капец, это была станция нелегкая. А, так, отправляемся дальше.
дорогие зрители. Так, следующая станция у нас. Какая же станция следующая? Так, продвижение идет. Станция Птичий мост, глава 4. Отлично, школьная улица готова. Так, и мы подъезжаем уже к станции Птичий мост, дорогие зрители. Здесь у нас наша главная героиня уже не просто школьница, она уже все девушка и уже вряд ли учится в школе. Она подросла. Если что, все игры Rusty Lake, они настолько жизненные и в основном о жизни. Если проще выражаясь, то это более такой, знаешь, как психологическое даже. Как бы, вот мы начинали с первой станции, где еще был младенец. Сейчас вот эта девочка подрастает. Ну, короче, интересно все это дело. Так, еда, напитки. Так, сэндвич. 10, пожалуйста. 50, пожалуйста. 10, пожалуйста. Хо-хо-хо, кофе. Ну, я бы кофе не против попить. Что у нас здесь? Палочка. Так, это уже хорошо. Так, что эта палочка делает? Так, ладно, не знаю. Давай-ка пройдемся по станции. Трубач. Да, джаз пока нам не удается. Так, вот эта плиточка меня смущает. Хотя, кстати, если мы отверточкой или... Нет, не, никак нет. Так, Rusty Lake театр представляет. Так. Блин. Нифига подобного. Черт. Так, пора думать, дорогие друзья, что нам делать дальше. Так, еда, напитки. Так, тут точно нам надо... Подожди, отверточка поможет, пилочка. Давай пилкой спилим этот замок чертовой бабушки. Нет, 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 нет. Блин, ну извини, у меня пока нет монет. Так, а вот почему палку-то не хочет подобрать? Так, может здесь что-то применить? Я не знаю, я сейчас буду делать всякие глупые решения. Так, подожди, что у тебя здесь? Фотография, так, окей. Так, что ты хочешь? А, тебе нужен, скорее всего, карандаш, либо ручку нужно достать. Ну, погоди-ка, сейчас мы надыбаем что-нибудь. Опять же, я вот, знаешь, я опять начинаю теряться, я не знаю, от чего мне отталкиваться. Как бы вначале мы все знали, от чего делать толчок. Здесь... Ты даже не знаешь, с чего начать на этой станции. Хотя... Так. Может открутить. Может спилить. Нет, не работает. Мне нужно закончить рисунок. Ну, блин, это понятное дело. В принципе. О, ящичек. Так, что-то мы его не заметили. Так, а вот уже есть от чего отталкиваться. Карандаш, это что? Кусочек сосиски. Так, тебе карандаш. И что мы должны нарисовать? Воу. Так, наверное. Так. Так, давай-ка, давай-ка. Хоп-хоп-хоп, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Сейчас разрисуем, дорогие зрители. Так, воротник, конечно... Получился толстый, ничего страшного. Все-таки мы, не отрывая руки, рисуем эту вещь. Так. Так, хорошо. Я не знаю, я, может, все верно делаю? Так, может, я и не все верно делаю? Так, не знаю, может, я сейчас зря вообще трачу время здесь? Так. Линия. Стой, погоди, в смысле линия? Так. Ладно, значит, с рисунком мы все выполнили.
Так, а сосиска типа для чего, для кого? Чё, будем шашлыки делать? Погоди-ка. Ну-ка. Так. Ну здесь точно сосисон надо. Погоди, какого-то мы будем сейчас местного кракена наклевывать. Погоди, а это может сюда? Съел. Так, трубач нам. Нет, трубач, погоди. А, стой, а если... Нота? Стоп. Окей. Гонишь! Все, я понимаю, что нам надо сыграть, дорогие друзья. Так, тихо. Сейчас мы все нотки... Ага, так, это все ноты. Хорошо. Так. Я надеюсь, меня сейчас мое музыкальное прошлое не подведет, дорогие зрители. Так, значит... Стаккато, так, в принципе... Окей, это тоже... Быстрые все ноты. Так, хорошо. Пин-пири-ти-пин. Окей, я запомнил, в принципе. Так. Подожди, еще раз. Так, хорошо. 1, 2, 3. 1, 2, 3. А, ну, в принципе, все легко. Так, это 3. 1, 2, 3. Оу, да! Шикарно. Так, что, у тебя труба засорилась? Я думал, мы джаз послушаем с ребятами. Что такое? О! Чего? Стой, какая... What the fuck? Мужик, ты понимаешь, что у тебя там? Все, больше не будешь играть так? Я так понимаю, с тобой работа вся выполнена, мы... Что? Рыба, крючок? Боже мой. Некоторые вещи между собой не вяжутся, дорогие друзья. Так, знаешь, ну, точно не ожидаешь увидеть что-то такое вот. Так. Так, что это? Опа, крысик. Эй! Эй! Мыши с крыши с... Вот, смотри. Так, записка. Мы ведем найм. Присоединяйтесь к нашей команде на фабрике птичьего корма Джонсон. Гарантируем дружный коллектив, прекрасная рабочая обстановка, ежедневный автобус до улицы Птичий мост 5 часов. Окей. Так. Джонсон. Так, я так понимаю, мы это не можем открыть. И что я должен? Я ей должен сказать, типа, про Джонсон или что? Я люблю рисовать свои воспоминания, плохие и хорошие. Неплохо, неплохо. Так, погоди-ка. Так. Доброе утро! Мы продаем свежие сэндвичи и самый вкусный кофе. Выбирайте. Так, блин, вот засада, дорогие друзья. Опять начинается вот эта непонятка. Так, может, ты подберешь эту записку? Дружный коллектив, присоединяйтесь к нашей птичьего корма. Так, дружная рабочая остановка. Мост, ежедневный автобус достает мост в 5 часов. Стоп. У нас есть часы, по идее. Так, ну-ка, давай-ка покрутим. А? Так, только не говори, что прошли. Вот, это другой совершенно поезд прибыл. Так. Ё-моё. О, магад, какая отсылка, дорогие друзья. Эта женщина, я ее уже видел. Так и мы тебя видели с этой женщиной совершенно в другой игре. Что ты тут забыл? Вы ищете человека в красной шляпе. Так, что ты хочешь? Сэндвич для меня. И кофе.
Хорошо. А ей купить кофе и сэндвич для тебя. Хорошо, так что... Так, красная шляпа, красная шляпа. Уж красная шляпа. Так, вы что скажете? Так, тоже красная шляпа. Окей. Кофе. Опа! Какой тип странный. Сигаретка найдется? Нет, пока. Так, стоп, вы все говорите про человека в красной шляпе. Вот он стоит рядом с нами. Поговорите с моим коллегой с коричневым чемоданом. Кого коричневый чемодан? Проверь мой карман. Человек в каске хочет свои очки. Человек в каске. Какой еще каске? Блин. А, вот. Человек в каске. Поговорите с высоким улыбающимся мужчиной. Где улыбается мужчина? Так. Вот этот. Проверь мой карман. Да блин, что за передавалки какие-то? Галстук, стоп. Так, что кто ходит? Кому нужен галстук? А, тут уже тебе чисто нужно это присмотреться, кому нужен галстук. Так, ну хорошо, сначала мы, конечно же... Так, сэндвич. There you go. Так, и... Кофе, пожалуйста. Так, отлично. Кофе есть. Так, на, держи. Сэндвич тебе. И кофе нашей прекрасной героине. Дорогие друзья, спасибо. Так, хорошо. Так, у кого галстука тут нет? Вот у этого чудика. Поговорю с мужчиной в зеленом галстуке. Блин, да капец, сколько вас здесь? Вот зеленый галстук. Так, вы перепутали меня с моим близнецом. Алло, в смысле, как это еще? Где твой близнец? Тут больше нет никаких людей с зеленым. Поговорите с моим братом-близнецом. Наверное, это он? Вы говорите не с тем человеком. А, вот он. Так. Проверь мой карман. Так, зажигалка. Ну, а ты хоть что-то скажешь? А, сигаретка. Стоп, стоп, стоп. Может, кто-то что-то обронил, какую-то сигаретку? Так, тебе точно... Сигаретка. Да нет, у меня сигаретки, но... Если я ее сейчас найду... Так, окей. Поезд отправился. Посмотри, я это есть не буду. Что такое? Что? Стой, 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 алло. Воу, фу! Фу, какая гадость. Так, пора разбираться, дорогие друзья. Сейчас мы пойдем к этому чуваку и скажем, ты нам не те сэндвичи продал, что за дерьмо ты тут нам продаешь? А, ты все-таки сожрал его? Другое дело, возьми эти крошки. Твою налево. Где, у тебя хоть с кофе там все в порядке? Сигарета потушенная в кофе, фу! Вот это чисто на станции такое, блин. Ай, какая бяга. Так. Так, на тебе сигаретку, так. Так, спасибо, и последний вопрос. У тебя есть время? Эй, стой, 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 у меня нет времени. Так. Подожди, стой, 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 что начало происходить? Как подозрительно стало. О! Так, что? Извини, что ограбил тебя. Нет. Мне нужны были эти вещи, он украл наш медальон, дорогие друзья. Так, подожди, а крошки для чего? Может, здесь мышь как-то? Так, нет. Сначала мы заявимся к этому придурку и скажем, что ты продал нам дерьмо полное. Sold out. Нет, наличие. Охренеть, у него там был только
прикол в одном экземпляре все это. А это еще что за вакханалия? Стой, стой, стой. Йоу. Офигеть. 50. А, все, я тебя понял. Так, 50, 50, 50. Так, давай-ка думать. Так, 50. Хорошо, 6. Окей, это мы оставим. А, нет, 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 это... А, все. О, хорош. Так. И что дальше? Получается... Так, может, ноты надо сыграть? Так, стой, стой, стой. О чем он объявил? Так, нота, нота. Ага. Стой, стой, стой. Блин, опять начинаю. Вот так, вот так. Хорошо, хорошо, вот так. Окей, окей. Да, снова прикол с трубачом, дорогие друзья. Я так и знал, где эти ноты появляются. Все, трубач точно должен участвовать. Так, и что у нас по плану? Так, только не говори, что у тебя сейчас опять оттуда птичка вылетела. Так, где птичка? Да иди ты со своей трубой назад, подожди, мне птичку надо искать. Так. Иди сюда. Так, на, покорми. Птаха. Ну. Нота, нота. Окей, такая нота, такая нота, такая, такая нота. Окей. Хорошо, я вроде как запомнил. Так, у тебя что за диалоги? Так, ты им вообще молчишь? Так, еще раз, птичка, спой, пожалуйста. Так, тройная, тройная. Окей, 3-3, 1-3, 1-1. Окей, хорошо. 3-3-1. 3-1-1. Да, есть! Так будет проще ориентироваться, дорогие друзья. Так, хорошо. Чё тут у нас? Билет! Билет! На следующую станцию. Да, детка. Отлично, дорогие зрители. А, стой, а время, когда я там узнаю? А время, когда во сколько что? Лара, 2, 3, 5, 6. Ты её рисунки смотрим, дорогие друзья. Время, минутная стрелка указывает на дерево. Часовая почти поймала темную душу. Минутная стрелка указывает... Минутная стрелка указывает на дерево, значит, 3. Поймала темную душу. 3, 4. Темная душа, наверное, это вот это. Так, давай-ка рискнем. Минутная стрелка указывает на дерево. Поймала темную душу. Так. Наоборот, да? Нет, 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 не работает. Так, еще раз. Так, так, так. Тарапапам. А, дерево может быть это вот это. А здесь что у нас тогда? Человек с деревом. Понятно, путаница. Так, 5, 6, 7. Так, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Хм, минутная стрелка. Ну вот, вот так. Да, yes, yes, дорогие друзья. И мы вызываем снова поезд и садимся, конечно же, в вагон поезда. Ваш билет, пожалуйста, конечно. Чики-чики. Хорошей поездки.
Ну вот и все, дорогие зрители. Двери закрываются, и все. Пока что мы сделаем паузу. Да, двери закрываются, и видео заканчивается. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Сегодня было очень-очень дико интересно проходить третью и четвертую главу. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх. Всем удачи, всем бай-бай.